Гродненская и Волковыская епархия, епархия Белорусской Православной Церкви. Территория епархии включает западную часть, часть Гродненской области, кафедральный город Гродно, кафедральный собор Покровский, Никольский. Учреждена как Гродненская и Брестская 23 января 1900 года выделением из Виленской и Литовской епархии. В 1951 году под давлением властей Гродненская кафедра была упразднена. Ее приходы вошли в состав Минско-Белорусской епархии. Восстановлена в 1992 году, насчитывает 93 приходов, 112 священнослужителей, епископы, Русская Православная Церковь, Иоаким Никанор, Михаил Владимир, Польская Православная Автокефальная Церковь, Алексий Антоний Сава покинул паству с приходом Красной Армии, Русская Православная Церковь, Пантелеймон до 14 июня 1940 года, Венедикт Варсонофий Пайси, Петерим, Сергий Валентин Филарет, Артемий, Благочинный округа, Берестовицкий, Волковыский, Зельвенский, Гродненский, Мостовский, Щучинский, Свислочский, монастыри, Гродненский в честь Рождества Пресвятой Богородицы, Женский монастырь, православные храмы, Маломажейковская церковь Рождества Пресвятой Богородицы.